себя мы провели в России и КПРФ, как бы объединенно сотрудничали. Например, на думских выборах совместно закрыли все участки, собрали копии протоколов со всех участков. Ну, копии протоколов были переписаны, и вот сейчас как бы полгода вот идет этот суд по этому делу. Там сейчас подъехал человек. Наверху его не пропускают, стоит кордон, две машины, три мусора, в смысле, три сотрудника полиции. Ну, поняли. Вот. Они ссылаются на постановление пожароопасности, что нельзя находиться в лесах. Здесь нет лесов. Пытается объяснить, что он едет к водоему, но они его не пускают, дали ему телефон РУВД, сказали, разбирайтесь. То есть они его просто не пропускают сюда. Надо мне, наверное, если он же компульс. Да. Давай. Что, перерыв? 20 минут? Да, перерыв. Ну, поехали. Сейчас. Вот и познакомились. Да. Так. Вот так было. Я его не знаю, но вот у меня звонит через линию.